Всем привет, меня зовут Лиза, вы на моем YouTube-канале. Сегодня я сняла для вас видосик «Мой школьный день». И начался он реально с дня, закончился вечером и начался следующим утром. Потому что утром не получилось. Но это же не мешает вам посмотреть мой интересный и новый ролик. Так что начинаем, мои любимые и сладкие. Мы идем к Алисе домой. Да. Да. И сейчас мы на мой телефон тоже будем снимать. Мы идем к Алисе домой, делать уроки, а потом по магазинчикам и гулять. Да, и типа мы такие пошопиться. И мы впервые снимаем влог по программе «Я очень боюсь людей». Да, и подписывайтесь на мой канал. Лиза оставит мою ссылку в описании. Пропиарилась, называется. Нет, не оставлю. Короче, мне очень страшно. Мой канал называется... Как он называется? Не знаю. Мне очень страшно ходить, поэтому мне очень много быть на улице. Камеры. Да. Это моя камера. Да. Там Лиза снимает. Там мы идем уже. Да, это мой тут. Идем практически к дому Алисы. Да. Ссылка, возможно, не будет в описании, но вы мне напомните, я ее оставлю. Наверное. Может быть. Нет, не оставлю. Короче, я не знаю, что вам говорить. Видите, как проходят съемки. Подписывайтесь на мой лайк. Подписывайтесь на мой лайк и инстаграм. Будет в описании. Это также очень важно. Почти пришли до дома. Нет, да, Алисиного. Да. Но больше пока нечего снимать, так что еще увидимся. Это дом Алисы. Улица неизвестная. Да. Смотрите, как какие тут цветочки и оса. Да. И цветочки. Мы это просто рай цветочку. Рай цветочку. Куда там открывать? Не знаю. Вот, короче, Алиса пытается открыть свою собственную дверь. На, подержи мои вещи. А это наша камера. Всем привет. Уже у Алисы дома. Это очень классно. А вот Алиса, а вот учебники. Да, сейчас я... Фокус на учебнике. Фокус на учебнике. Я думаю, что я что-то забыла, поэтому сейчас буду... Я тоже хочу такую подушку. Подари мне ее на день рождения. Ну, вообще к тебе. Я еще хотела сердечко купить, но мама сказала, слишком много подушек у тебя таких будет. Приветик. Мы смотрим Барвино. Все подписываются на Барвино. Это не пиар. Просто мы очень ее любим. Люблю тебя, Барвино. Крутые сериальчики. А мы делаем домашку. Я по-английскому, Алиса по-французскому, потому что мы в разных группах. У меня было два английских, у Алисы два французских. Так жалко, что мы... Дядя. Знаешь, я тут подумала, да, мы просто будем хорошими друзьями, а дальше посмотрим. Мы закончили с домашкой, и мне Алису позвали кушать, а я пока сижу в ее комнате, зайки, и жду ее. Я покушаю свой йогурт, и мы побежим. Алиса принесла вот такие печеньки, тут девочка с карандашком, тут сам вот этот карандашик, вот она держит вот этот карандаш. Очень классные пряничные печеньки, прянички, не знаю. Да. До этого их было две коробки, но я все съела, потому что я обожаю эти пряники. Да, сейчас я тоже буду снимать. Итак, я потом этот съем. Хорошо. Ой. Мы все еще идем, мы почти в школу. Погода очень плохая. Ну, с зимой, конечно, не сравнится, но все-таки. Ветер. Ветер ужасный. Вот видите, у меня волосы очень сильно развиваются. Хотя они, по сути, такого свойства не имеют. iPhone X. Ну и солнце вроде бы получше стало, меня лучше видно. О, холодно. Дойдем до глобуса, снова начну свой репортаж. В комментариях. Алиса купила тетради. Вот такие. Да. А я купила замазку. И тут, да. Нам не получилось снимать в магазине. Надо. Глобус! Наконец-то пришли на площадку. За нами идет какой-то дяденька. Это не очень классно, а мы идем по песку. Это тоже не очень классно. И мы сейчас садимся на горочку. И мы решили выбрать место для съемки площадку, потому что типа борем свой страх съемки. Типа того.
Короче, оказалось, что мне сегодня надо в художку. Это очень не классно. У нас сегодня история искусства. Это еще хуже, потому что это самый худший предмет вообще в жизни, который можно придумать. Поэтому я еще 10 минут гуляю с Алиской, может даже 5, и полчаса иду домой. Я не уверена, что у меня получится заснять, как я иду домой, но... И вот пойду в художку. Уйдет, потом засниму вечер и, скорее всего, завтра или послезавтра это видео выйдет к вам на YouTube. Так что следите за моим YouTube, а у меня на прическу какая-то кашка. Закончила художку. Сейчас пойду домой. Всем привет. Я уже дома. За своим столом. Вот он. Всем привет снова. Уже ночь. Сколько время? Время 22:17. Я ложусь спатеньки. Я собрала портфель. И завтра утром я продолжу свой виндосик. Всем привет. Всем доброе утро. Я только что проснулась, сейчас иду умываться, а потом мы вместе с вами будем убирать форму и дособирать рюкзак. Вот я уже в школьной блузке, школьные юбки. Это очень хорошо. Блин, остались волосы. Сейчас мы все это исправим. Волшебным переходиком. Раз, два, три. Жух! И мой хвостик уже приличненький. Хотя, по-моему, раньше мне больше ушло. Ну ладно. Я практически всегда хлопьями завтракаю с молочком. И сейчас это не будет исключением. Потом принесу сюда еду. И будем дособирать рюкзак. Ждите. Я уже покушала, нанесла вот тут на стол еду, которую с собой возьму сегодня. И вот мой тяжеленный рюкзак. Среднее отделение мне, наверное, на еду пойдет. Я возьму с собой слойку с вишней. Ну, думаю, многие такие видели, в Магните, в Пятерочке. Я опять же не буду, хотя нет, я лучше возьму с собой воду. И вот эту активу и воду я положу по разным карманам своего портфеля, рюкзака. И вот такой буду, детки. У вас опять же освечивает надпись, это нормально, с шоколадом. Вообще у меня аллергия на чудо, но вот как я проверила, чудо детки, вся продукция чудо детки на меня никак не повлияла. Я люблю только шоколадные коктейли похожие, типа... Ну, вы, наверное, видели там всякие смешарики, чудо-детки, драйверы и все в таком духе. Я туда положу крем вот такой. Потому что у меня постоянно сохнут руки. И мне обязательно нужен с собой крем. И кошелек с денежкой, потому что мне сегодня надо купить обложку. Единорога. Чёрт. Я беру такие листики, заметки, тоже они мне нужны. И все, больше, по-моему, расчесочка с зеркальцем. Расчесочка. С радужными ушками я ее тоже на всякий случай возьму. Ну и все, отделение собрано. Останется сейчас взять бутылку для воды и по кармашкам ее распределить. Мой видеоролик подошел к концу. Спасибо, что ты, именно ты посмотрел мое видео. Ставь сердечко, пиши комментарии. И я вас очень всех люблю. Всем пока.